Hola, amigos! Сегодня говорим про цифру 800. 800 – это базовое количество слов, которые нам нужны, чтобы заговорить по-испански. Ну и на любом другом языке на самом деле. Вот самое важное – количество глаголов, существительных, союзов, всего того, что поможет вам сделать базовое предложение и понять собеседника вот на каком-то основном уровне. И сегодня мы будем с вами проверять наши знания на глаголы, основные глаголы испанского языка. Сегодня их будет 20, но если вам понравится такой формат, то пишите в комментариях, и я сделаю продолжение подобного теста. Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Ольга, я живу в Мексике и преподаю испанский язык. Приглашаю вас на занятия со мной, все подробности есть в описании к этому видео. Ну и сам тест, каким образом он будет выглядеть. Это не будет просто какое-то предложение, где вам нужно что-то найти или перевести слово. Будут появляться на экране картинки. И вам нужно будет из предложенных вариантов выбрать тот, который вам кажется верным. Дело в том, что считается почему-то, что если вы умеете перевести огромное количество слов, то вы говорите на идеальном испанском. Но на самом деле, если подумать, носители-то как живут? У них есть только ассоциации, картинки, каких-то действий, потому что сегодня мы проходим глаголы. И конкретно именно таким образом у них ассоциируется слово «картинка». А получается, если мы учим другой язык, то мы берем слово, слово, картинка. То есть два раза, один язык, другой язык, картинка. Это гораздо сложнее, именно поэтому у большинства людей бывает более замедленная речь, чем у носителей испанского языка. Так вот, сегодняшний тест — это не просто проверка, но еще и разминка, тренировка на ускорение речи, потому что мы будем убирать одно звено из вот этой цепи. Слово, слово, картинка. Будет просто слово, картинка. И первая картинка, какой же это из этих трех глаголов? Comer. Есть. Следующая картинка это... Hablar. Разговаривать. А это... Comprar. Дальше идет vivir, жить. Номер 5 это esperar, ждать. А это escribir, писать. Дальше trabajar, работать. Correr, бежать. Lavar, мыть. И десятое. Llamar, звонить или звать. Следующее слово это... Descansar, отдыхать. А это? Escuchar, слушать. Следующее это? Dormir, спать. Pensar, думать. Leer, читать. Jugar, играть. Cantar, петь. Estudiar, учиться или изучать. А здесь это... Abrir, открывать. Ну и последнее, завершающее. Beber, пить. Если сделали 100%, поздравляю вас с этим. Напишите обязательно в комментариях, если хотите продолжение
такого теста. Если вы не смогли сделать полностью этот тест, то не расстраивайтесь, есть возможность все выучить. Я подготовила для вас подборку с полезными видео, чтобы выучить глаголы. Она находится в конце этого видео, можете пролистать в конец. Но если вы хотите заложить общий базовый твердый фундамент испанского языка, то вам на мой курс испанского «Hola Español» для начинающих, где вы поймете всю систему языка всего за 10 коротких видео, плюс домашнее задание и обратная связь от меня. Вот, все подробности по ссылке в описании к этому видео. Там же можно записаться. Если есть какие-то вопросы, то пишите обязательно мне в личные сообщения в Telegram или же в комментариях к этому видео. Я с вами не прощаюсь. Скоро увидимся!